Во время дождей здесь каждый год происходило подтопление не только зданий, но и подъездных путей. Ливневка, проложенная по территории садика, не справлялась с потоками воды, поэтому было принято решение сделать еще один дополнительный водоотвод, который разгрузит коммуникации детского заведения. Здесь перехватываются эти воды, и под асфальтом уложены тоже лотки и выводятся в центральную ливневку, которая выходит уже в систему водоотведения. В порядок приведут и дорогу, по которой в детский сад привозят продукты питания и вывозят мусор. Уже сегодня сюда зайдет строительная техника и завезут материалы. Кроме этого, детский сад ждут серьезные перемены и в плане внутреннего технического перевооружения. Сроки поставки оборудования — конец ноября, середина декабря этого года. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду было принято решение перейти на электрическое оборудование, так как котельная у нас на твердом топливе, год постройки 1990, живем как в каменном веке. Сейчас детский сад отапливается угольной котельной, но специалисты уже установили часть нового оборудования. Это будут специальные электрические котлы отечественного производства, отвечающие всем требованиям современной безопасности. Запустить новую отопительную систему планируется уже к концу декабря.